Тяните резину, резина помогает. Не теряйте нейтрального положения, пожалуйста, не подгибайтесь, это очень важно. Вы можете это сделать без резины, если вам резина мешает. Резина просто помогает понять суть натяжения, да? Как мы растягиваем. Вы можете визуальный образ создать внутри натяжения. Внутри резины себя растягиваем. Хорошо. Следующим моментом выставляем левую руку вперед, правую ногу назад, левую руку вперед, правую ногу назад. Все остальное осталось, как мы стояли. И начинаем делать кошку. Сильным центром выталкиваем поясницу, подаем таз под себя, опускаем подбородок на грудину, растягиваем весь позвоночный столб и вдох, возвращаемся в нейтральное положение спины. С выдохом отталкиваясь двумя руками, двумя коленями от пола, хорошо растягиваем весь позвоночный столб и на вдох возвращаемся. Сделайте еще несколько раз. Вы можете одеть резину, да, очень хорошо, как вариант. Концепция, да, понятна уже, идея. Отлично. Хорошо. Дальше резину одеваем на левое плечо. Таким образом. Вот таким образом на левое плечо. И выступаем на свободный край резины. Растягиваем руководительные мышцы слева. Делаем кошку. Отталкиваясь, создаем натяжение резины. Все готовы? Отталкиваясь левой рукой, поднимаем левую лопатку. Правая тоже участвует в движении, но акцент мы отдаем левой стороне. На выдохе стараемся растянуть. Поднимайте именно грудной отдел.